Это шо? С вами я под Гудрон. Это продолжение после того ада. Ну, я уже в творческом. А начало у меня не было, просто так. Сорвалось. Моя пока. Я считаю, знаю, что так, потому что моя наковальня может в любом момент упасть в этих домах. Они где-то сюда. Если это все сюда пойдет, то они здесь не пойдут. Так там 20 лет, тут надо срочно спасать. Население, они сейчас эту ямку прорвались. Теперь вот так вот. Все это все взорвалось, некий все это должен быстро, я сам. Так вот все поставил, чтобы это ничего не грохнуло. Ну что, пацаны, пожелайте мне хорошей удачи. Это задолго. Ну, вы сами поняли обстановочку, что случилось, в принципе. Это говорит-то вам и нечего. Все просто знают, что уже случилось. Ну, что делать-то? Делать-то и нечего. Делать-то и нечего. В принципе, я просто все взял и... Типа все, они сказали, ты все знал, что ты нам сказал, ты какой-то ненормальный, да? А, ненормальный, ты тоже не... Какой-то ненормальный. Все, я думаю, 3 банка хватит. Надо тут еще поставить. Закроем этот пароход и... Все, железо. О, видите, жители наблюдают, как я это все буду делать. Как я это все буду делать. А вместо этого мы сейчас берем и так вот ставим железную платформу, чтобы если что, это все не обвалилось. И этот домик мы так поддержим. Видите, мы этот домик будем поддерживать. Мы так вот возьмем просто. И вот, как-то смотрите. Как-то мы его вот так вот возьмем, вот, поддерживаем. Вот прикрепим. И сейчас просто мы будем ставить, не будем, а должны поставить такую платформочку. Это все там останется, вот это, смотрите, это все, что тут сейчас есть, да? Это все останется. Это... Что убыли? Что сказать? Это все... Все, что умерло. Все, что умерло. А все знают, как это все умерло. Что мне объяснить? Вот, мы так все сделаем, видите? Сейчас мы это все закроем и все будет нормально. И я сказали жители, все, уже темнеет, да? Вот смотрите, уже темнеет. Сказали все. Если ты это завтрашнего дня не сделаешь, все, то тебя не только убьют, ты там, блин, полил ты меня, жители. Ты там тут вообще умрешь, ты че вообще? Ты ж хоть знаешь, кто мы? И все сказали, да ты тут никто. В общем, короче, пацаны, работаем. Нам надо завтра успеть, вот это мои такие каникулы. Заборчик, черт, убираем. Меня просто удивило, как моя пекарня, то есть не пекарня, а кузница моя не упала. Самое удивительное. Так, убираем заборчик. Ай, блин, капец. Вот это я должен, смотрите, мне кроме этого, должен еще заплатить за эти расходы, которые тут получилось. Должен тут... Да, короче, тут... Кошмар. Кошмар. Вы не представляете, как мне плохо. Что с... А, он немножко... Все, мы сделали, давайте мы сейчас... Ой, блин, ну... Просто как мне жалко вот это все, все эти убытки. Как мне это все жалко. Там дорога теперь ровная. Она сравнялась с колодцем. Да, теперь все нормально. Вот. Вот здесь что? Ну как-то тут надо что-то. Ну что? Давайте прилетим сюда еще. Вот смотрим на нашу яму. Блин, жители, если жалко, но, пацаны, что с вами делать? Я же вас не принесу. Телепортируем. Вот. Получается, новые жители будут сюда приезжать, они даже не знают, что здесь вообще происходило. Поэтому они сказали, работай. А как я буду работать-то? Я все творческий. А что, в творческом только это все возможно делать. По-другому ты не будешь. Вот все. Вот смотрите. Мы сделали, да?
думаешь, не сделаешь. Понимаете, это не работает, это фигня. Вот сейчас мы так сделаем, а что нам нужно сделать? Ну да, правильно, мы же не сможем. Не знаю, это мы сейчас должны еще этот заборчик убрать. Все, мы сделали. Работу сделаем. Понимаете? Принимайте готовый ужин. Просто берите, принимайте. Итак, сделаем. Потому что никак не придумайте. Уже никак не получится. Поджигаемся. Ой, гори, гори, братан, гори. Реально, сейчас новый адрес не знаю, что будет упалить. Ой. Все нормально. Вот это мы. Вот это дверь. Вот это дверь и этот тупой выход. Забыли. Все. Тут ничего, ничего этого не меняется. Ну что, просто смотрите, берем, я думаю, на этом я закончу наш выпуск. Короче, пожелайте мне удачи, чтобы меня зрители просто не выгнали за некрутой ремонт, там, за это все. В общем, короче, я расскажу в следующем выпуске, что мне вообще пришлось прожить. Вот это как сейчас, и у меня же сейчас я, так а завтра все, со мной буду разбирать, что ты тут делал, сюда я буду сидеть. А, блин, пожелайте, чтобы я в тюрьму уже не попал. Чё, до скорого. С вами я, Кот Гудрон. Пока. До скорого. Люблю вас.